И это снова я явился. Смотрите-ка, наша цель... Что? Погодите-ка. На них можно переключиться. Смотрите-ка, можно играть тут миссию, а можно... Или нет? Видите, они разделены теперь. Нет, тут нет миссии, надо именно... За тех персонажей брать. Вот так вот. Разделение экрана, как в Лего какого-нибудь еще. Я найду миссию сейчас, смотрите, нам нужно идти куда? А, они вылезли из машины, чтобы... Не можно сесть? Нет, можно поехать. По идее, машина должна... Мы управляем машиной, слушайте. По идее, машина сама... Там же говорили, что никаких водителей, машина едет сама. Чё за хрень? Ладно, поехали сразу так. Можно, конечно, дойти пешком. Наверное, лучше на машине доехать. По сюжету всё. Стоп. Слушайте, что? You'll have to find another way around. There's been a rock slide. Although I guess he... Что? Они исковеркали весь сюжет. Искать другой путь. Слушайте, никакого другого пути. Чёрт. Действительно, не поехать. Машина сломалась. Чё-то фигня! Чё-то фигня! Ладно, смотрите-ка. Нужно, по идее, туда пойти, да? По идее, они вылезли из машины и побежали смотреть. Так, другой путь, то есть нам нужно, похоже, вот туда идти. Видите, нам указывают... Что это такое? Ничего интересного. Смотрите, у него тоже что-то есть. У него есть... А, это красная штучка, которую можно бросать, наверное, да? Нет, ну, видимо, это пригодится. Это и не только... У него есть еще и телефон, что ли, или что-то, калькулятор. Зачем? Куда они идут? Помогите. Кто там упал? Неважно, кто упал. Что у нас такое? Что это? Что? А-а-а, какая фигня здесь. Ну зачем мне динозавры-то таскать? И где они, кстати? О, трицератопс можно вызывать, да? В смысле, свой. Свой трицератопс! Свой! А, то есть редактировать можно его, помните? Здесь редактор персонажей. Сейчас он призовется свой. Интересно, какой он по умолчанию свой? Трицератопс? Свой трицератопс! Отлично просто. Его нет просто. Его еще создать нужно. Хорошо, трицератопс. О! С земли вырос прям! Бесплатный трицератопс. Похоже, надо специально его вызвать, да? Да, его специально нужно было вызвать сейчас, чтобы разбить путь. Но я хочу помочь этому типу. Эй, слушай. Помочь, спасти. А, видимо, нас спасти нужно не в миссиях, а помогать вот этим типам. Говорили. Такой спасенный персонаж, да? Да, Пашу беду строитель. Так и Павел, строит, буду строить. Работник, просто работник. Ты, что еще 3%? Витя? 3,9. Что нет? А, то есть, видите, там нельзя, потому что там опасно, видите, он не хочет туда идти, потому что там эти... Вот, нужно, поэтому можно динозавр пройти и слабить. Помогите кто-нибудь! Надо помочь! То есть динозавры могут... ...сорваться с другими, да? Ой. Ух ты, можно их убивать с одного удара. Динозавр почти нас уничтожил. Прикольно сделали, смотрите, что. Вот такой сейчас. Что, он сломал что-то? А, может ходить сломать себе сам по себе. Так, где последний? Я вижу еще врага. Враг. Все, теперь можно проходить. Вот это, конечно, очень отлично. Спасибо, залезайте. Где были кинчики? А, я опять спрашивал, тогда спрашивал. Спасибо, залезайте. Тут что-то еще должно быть. Уже золотой блок! Бесплатный, даже не бесплатный, а просто можно почитерить. Нельзя. Надо как-то особо прыгать. Я какой-то попутчик динозавра, может быть. Ну ладно, так и быть, пойдемте. Искать другой путь. Что за фигня? Какой еще другой путь, если что такого не было? Там миссия. Там не миссия еще, нет. А, вот он, другой путь, смотрите, теперь мы идем с другой стороны. Зачем идти с другой стороны? Нам нужно очистить. Да ну серьезно! Это такие
Нужно очистить завал, то есть, да? И вернемся мы. Понятно, теперь, значит, поедем на машинах все это же. Все же на машинах. Снова? That is just a ticket. Hold on a sec. Это якобы такая фишка, то есть, чтобы разбивать камни, нужно рабочему собирать только раз. Отлично. Отлично. Rock zero, Gary one. Go on ahead. Поехали дальше, что ли? А вы что тут делаете? Это те типы, которые... Мы вместе с ними ведь едем. То есть за них нельзя играть, они сами по себе. Поехали, поздно вы. Они уже тоже поехали, отлично. Отлично, камера, конечно, сделана, то есть можно поворачивать. Да, поворачивай, как в Лего Хоббите. Нужно всегда в Лего их поворачивать по умолчанию. Я еду. Можно ехать назад, можно ехать вперед, что за... Что тут можно сделать, что видите? Все тут всякие секреты. А, все же можно ехать, отлично. Такой мини-квест в свободной игре. А, вот такая часть сюжета. А. Ох, тут долго, видимо, будет несюжетных миссий там. I bet you didn't know this. Отключение, слушай. Отключение. Вы сейчас узнаете, что за фигня-то. Слишком быстро все происходит. На самом деле не так быстро, просто. Ну, да. Смотрите, какая у нас здесь картинка, видите, тут загон. Загон с тираннозавром, похоже. А может нет. Да. Но загрузки здесь большие, здесь даже игра долго загружалась. Даже чем дольше, чем Хоббит. Похоже, дольше, чем все вообще любые игры. Либо загружаемые. Так, отлично. Finished debugging the phones. But the system's gonna be compiling for 18-20 minutes, so some of the minor systems they might go on and off for a while. Anybody want a soda or something? Это легомышка с поводком такая, да? Boom! Vents are failing all over the top. Security systems are shutting down. Phones are out too. Access main program grid. You didn't say the magic word. Please. I wonder if perhaps you were good enough to be my friend. Sure. I'm going myself. Hey, what did I touch? You didn't touch anything. Yeah, it's снова, снова перезагрузка, гадость такая. Вот. What is that? Можно ли подходить, кстати? Похоже, да, можно подходить. Нужно спасти их, отлично. Так. Сначала денежки. Сначала денежки, туда идем. Так, тут надо, да, выращивать растения, тут... Ага, первая деталька. Так, так, так. Мне это не нужно, мне это всего лишь денежки. Что здесь такое? Что это? Опять нужен этот тип. Кто это? Погодите-ка, я там, мне кажется, знаю кто. Нет, не знаю кто.
Так, так, так. Нет? Ну ладно, вот тут что-то есть. А? А, копать нужно здесь именно. Опять скелет. Ну, кому же ваш скелет? И что они делают? Это снова... Это козы... Козочка! Костяная козочка, которая бежит! Это оррррр! Опасности повсюду! Ваша костяная козочка. О, мы подходим близко к динозаврам. А, ну он якобы занят, надо его спасти. Надо... Так, 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 что здесь еще есть, кроме камней? Ничего, что ли? Ап, ап, отлично. Тут опять нельзя копаться, нет. Ладно, так и быть, пойдемте искать что-нибудь полезное. Ну, в смысле, вот, вот там. Так, вот подходите к нему, да, близко. Да, он якобы отвлекается. И как... А, нужно копать машину! А, нет, он может толкаться. Все. Что здесь такое? Ага. Что? Смотрим. А, нужно колесо сначала найти. Крутильное. Ай, спинок такой вот. Может собирать машину? Нет? Нет, сначала вытащить через воды. Кто стрелять не может, да? Кто же не может стрелять? Вы не... Конечно, откуда у них оружие? Они вам не смотрели парка. Кто там? А, там нужно видеть какой-то персонаж, либо это он там сидит. Ага. Скрытое всякое. Ладно, пойдете копать машину. Как? Что нет? Нет? А что же? Ты сначала отвлечь динозавра, понятно. Ну только как? А, ты можешь отвлекать динозавра, у тебя есть палочка светящаяся. Нет. Вот! Кто это? Не, ты не можешь уже. Сколько предметов, которые невозможно активировать? Так, 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 может все взломать, что-то еще нужно. Может действительно я правильно все сломал? Нет. Можно в машину сесть и задавить его сначала. Посмотрим. Динозавра задавить, ага. Не. Ну можно сесть. Сесть-то может. Сесть-то нельзя. Машину сломать можно. Нет. Что за фигня-то? Значит, не может найти близко. Может, какой-то режим маскировки, нет? Такого они же не могут прийти близко к динозаврам. Так, вот значит, что все же нужно сделать что-то там. А, рукоять нужно было найти рукоять. Она где-то здесь, наверное, спрятана, да? Вот, заросли бамбука! Раньше мог не догадаться до такого. А вот рукоять, кстати. Надо как-то крутить ее как-то по-особому. Смотрите, они боятся, смотрите, ух ты. Они все такие, ладно, положим. Нажимайте LL, что за LL? Нужно нажимать C, мою кнопочку. Вот, вытащить из воды, кстати. Ну, теперь надо собирать оттуда. А, там клетка для хвоста динозавра. Нет? Ну, нет, так нет. Это клетка для... Что это? Ух ты! Неожиданно. Эй, эй, эй! Что? Что за как? Стой, копать, надо. Ну, отлично, можно сбегать. А, ну да, но сначала спасти. Давай же. Детей выкапывать, ага, из-под земли. Как ты, как ты глубоко машину застрял-то? Что за фигня-то? Или не глубоко там, но не очень глубоко. Может и нет. А, это, смотрите. Да, выдуваем все это. А смотрите, а почему панелька в виде динозавра?
что можно делать? Ты можешь копать, ты можешь растения выращивать, я понимаю. Так, я понимаю сразу, я знаю. Нет? Отлично. Вот здесь что-то есть. Правда, что ли? Машина сама работает, отлично. Сигнализация, да? Ведь эта особенность кричать можно даже в Лего Индиане Джонсе. Там есть несколько персонажей тоже. Так. А еще есть такая способность в Лего Пиратах Карибского моря. Там русалки могут кричать так. Вот! Теперь он может светить, смотрите-ка. Отлично. А, спину спасти еще. Ага, вот ну что. А, вот теперь буду отцеплять машиной. Смотрите, веревка натянута, нет? Где веревка? Нет, не натянута. Удивительно, думал, может нужно какой-то сильный персонаж. Нет, нужно просто любого персонажа так тянуть. Чик. Все, сейчас вытащим. Что это? А, ручка... А, оно само поесть, смотрите. Ага, тоже вытаскивайте, хорошо. О, забираться на дерево, да? Да, конечно же. Забираться на дерево. Ну-ка, кто там стрелять может? Никто там стрелять не может. А. Ну же, вниз. Так, а как тебя ты называешься? Потрепанный вид тоже. Отлично, потрепанный вид. Так, кто, что это? А, опять нужен какой-то странный тип, не знаю, кто это, не понимаю. Ну, откуда я могу узнать-то? Ах, опять. Кто у вас там теперь с этими крутилками нужно постоянно все крутить, а? О! Вот это неожиданно. Ух ты. А, значит, этих они не боятся, этих можно избивать. Кстати, в фильмах никогда ни разу они не избивали. Вручную, потому что драться, якобы, я думаю, это бесполезно. Ну почему бесполезно-то? Лопатка у него осталась после того, как он свалился вниз, да, ничего не потерял. Отлично. О, рукоять, кстати. Не рукоять, а бентиль. Рукоять — это вот это... деталька Лего, которая плоская, с кругленными концами и двумя четырех... четверными выемками. Еще с косточкой. Внутри это рукоять. Мы спасли свинью и получили бонус. Отлично. А вот эта вот штучка красненькая. А зачем открывать эту гадость? А, все ясно. Дружина из гостей. Лестница.
Это мост. Это что? Лифт из... нет, качели с костей. Отлично. А, сохранение. Обязательно. Сохраняемся, разрушаем его. Вот как усложнили. Теперь нужно разрушать сохранение обязательно. Так, оно будет наклоняться. Нет? Не будет наклоняться. Что? Don't worry. This should help. Ну, два героя. Все правильно. А? В смысле, что же сделать? Что? О! А, нужен не тот персонаж. Отлично, давайте-ка заново. Так, как? Вот так, да? Не, снова неправильно. Так, как же тогда? Вот так. Вот так, да? Да, вот так нужно было. Не поймешь, вот как все. О, какая гадость. Maybe I can help. Ловкий персонаж. Так. Давайте посмотреть, кто еще ловкий, кроме... Что-то не ловкий, а не особо ловкий все. Вот, вот это, конечно, необычно сделана эта гадость. Так, надеюсь, можно, в принципе, раз. Вот. Как всегда, вращаются, да, вращаются. I have a bit of advice that might help. Мячик, да, ты можешь стрелять мячиком! Стой. Нет, где мячик? Каким... Мячиком стреляй! Все, бесконечное количество мячиков, отлично. А почему ты не можешь бросать просто так? Ах, да, вот видишь, тебе мячик в кармане, так. Мячиком! Вот это, конечно, отлично, придумаем. Песенка. А, что, что теперь? А, надо... Надо разрубить когтем. Ура. А, тут две штучки, вот даже удобнее. А, можно даже не раскачать, нет, тут побежать пробел. Что? Ух ты! Ух ты! Это какая-то особая прыгучесть у них. Я просто нажимаю пробел, и все. И он сам прыгает. Мячик. Где мячик? Мне же мячик нужен. Где мячик? Это не надо так делать. Мячиком. Бабах! Это червь! Это земляной червь! Это древесный червь! Древесный червь. Что здесь древесный червь? Черви. Так, подождем. Чам-чам-чам-чам-чам-чам. Ок. А вот это уже пружина. Мы такое уже встречали в первом уровне. Единственное, что, что спамил? Что спамил? А! Значит, он тоже якобы... Там он крутиться не может, а вот так прыгать, значит он может. Он якобы полуловкий персонаж. Все они полуловкие. И он тут видит, даже ничего не надо делать. У вас пробел, жмем и все. Ну, прыжок, ну, про прыжка. Где она изменена, но... А тут ты не можешь так делать. Хорошо, понимаю. Не надо так кричать. Вот просто так руками не может бросать мячиком. Руками мячиком бросать. Есть он, да? Ален Грант, потрепанный вид. Почему потрепанный там? Ой, норм. Может, лучше написать Ален Грант без шапки или нет? Не без шапки. Так, что еще? А, вот теперь да. Опа. You okay? What's wrong? It's okay. Just give me a hand. Remember that climbing is? You never, never look down. Okay. Oh, no. Go! Что-то... Well, we're back in the car again. Oh, at least you're out of the tree.
Это что за фигня такая? И что, они подъехали? Куда они поехали? Они выехали. А, нет, не выехали. Ian. You have a chance moving him. Please, chance. Нужно будет ехать, нет? Нет? Или да? Итак, похоже, проверочка. Я проверяю то, что здесь у нас как-то запись прервалась. Сейчас я остановлю запись снова. Потому что пришлось заново пройти этот мини-уровень. И что здесь такое? Ах, ну да. Ах, ну нет. Извините, я просто проверял, сейчас записывается. И мы продолжаем. Похоже. Похоже, все же тут заставки даже никакой не было, или что? А, вы едете на динозавре! Ну, вернее, нет. Уху! Ну, то есть, можно стрелять в него красными штучками. Кем я играю? Кто это? Роберт Малдун. А, это тот самый тип, который... Бросай в него. О, можно в него стрелять. Стрелять очень нужно. Ой. Оказывается, нужно поворачивать. Поворачивай! Пробуй уклоняться сейчас. Но никого надо в него стрелять как-то по-особому. Сейчас зато соберу. Блин, неудобно, когда так нужно одним персонажем водить, а второму не водить. Ау. Есть. Но мне нужно в него стрелять. Да. Нет? Тебе надо ехать. Вот можно здесь стрелять, потом бонус будет. Видимо, нужно стрелять все же. You will never find the commander. He's covered his tracks far too well. Say the magic word. Please! Shutting down the entire system. The only way to wipe out everything that he did. Please shut down the system. It's okay. Look, see that? It's on. It worked. The shutdown tripped the circuit breakers. 3 minutes, I can have the power back on in the entire park. Just to be safe, I want everybody in the emergency bunker until Mr. Arnold returns and the whole system's up and running again. Hiring Nedry was a mistake. Should have been there by now. Oh, nice boy. What do you want? What do you want? You want food? Это все, это все. Ну что ж, отлично. Так, одно достижение или два достижения снова, а? Не знаю, заметно ли вам. Ну понятно, я собрал все здесь. Попустить как-то нельзя почему-то. Почему?